А еще меня бесит вот эта ситуация, когда я нахожу что-то интересное и совершенно новое, мне приходится объяснять друзьям, почему это круто. Слушай, я нашла крутое музло, послушай. И что вы думаете происходит спустя полгода? О, привет! А что ты так внимательно слушаешь? Да ну, нам тут Людка по блютусу передала музон. Вообще весь подъезд с ума сходит. Послушай. Так это же дабстеп. Ну да. Я тебе о нем полгода назад рассказывала. Что ты? Ты мне давала слушать какое-то немодное говно. Нет, это был дабстеп.